На сегодняшний день в системе КОАС STARS оценены 25 российских вузов. Среди них оценку 5 звезд получили Московский государственный институт международных отношений, Российский экономический университет имени Плеханова и Российский университет дружбы народов. Казанский федеральный университет набрал 916 баллов из 1000 возможных и получил оценку 5+ звезд, став первым российским вузом, получившим наивысшую оценку аудита. Что означает 5 звезд? Существует 8 направлений. И вот 5 звезд плюс – это лучшее значение в настоящее время по Российской Федерации. Это означает, что по каждому из ключевых 8 компонентов рейтинга КОЭС, имеется в виду КОЭС STARS, наш университет получил это 5. Казанский федеральный университет оценивался по 8 областям, среди которых более 50 индикаторов. Преподавание, трудоустройство, непрерывное профессиональное развитие, интернационализация, инфраструктура и инновации, а также социальная вовлеченность и преподаваемая программа. По каждой области университет получил наивысшую оценку – 5 звезд. Это большой результат, то есть это результат независимой оценки деятельности всех наших преподавателей, нашего административно-управленческого персонала и всех, кто занят обслуживанием. Система аудита КОАС STARS проводится раз в 3 года. КФУ планирует не только подтвердить свои баллы, но и достичь новых высот. Для того, чтобы улучшить свои показатели, уже сейчас ведутся работы по программе студенческо-академического лидерства, а также начали вести активную работу по направлениям, в которых набрали меньше всего баллов. Преподаванием, образовательным процессом, инфраструктурой – это вот те направления, на которые мы постараемся уделить больше внимания. А также я уже говорил об интернационализации, но не касательно студентов, а касательно того, чтобы создать условия для привлечения талантов, а также тех преподавателей и ученых, которые имели опыт работы в топ-200 лучших мировых образовательных центров. Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.